В отличие от оппонентов, Арсеньев не критикует высший состав правительства, а наоборот, призывает начать перемены себе. Изменить свое отношение к миру, к обществу, к детям, к дому. Что ж, похвально. Хочешь изменить этот мир, начни перемены себя. Однако послушаем самого Арсеньева. Все говорят, перемены, перемены. Да, нужны перемены. Но только почему-то все хотят, чтобы менялся кто-то. Правительство, президент. А я, мол, тут покритикую в интернете. А это неправильно. Необходимо, чтобы менялись все. И президент, и чиновник, и этот дядя Вася из интернета. И вот когда мы все изменимся, вот тогда, наверное, и наступят настоящие перемены. Не время спать, где невеста? А? Ты чё? Так. Бирюков Андрей Геннадьевич. Как и заказывали. Пока, майор. Когда? Быстро? Пожар в сауне. Вроде мент. Мент любителя Устренького. А кто второй? Пожарный. Но он уже все. Этот, в принципе, тоже. Как это тоже? Сердца нет. Там дырка с палец. Ого. Я не понимаю, как его довезли до больницы. А у того другого? Сердце без вилки? Без вилки. Тихо, тихо, тихо. Славчик, смотри на меня. Смотри, смотри. Не спать. Ой, господи, боже мой, не спать. Значит так, быстро анализы на совместимость, и если да, в операционную обоих. На какую совместимость? Со столовыми приборами, на донорскую. А? Тихо, тихо. Вот так, хорошо. Сейчас, не спать, не Я про сердце. Донорские органы трудно приживаются некоторые. На таблетках всю жизнь. А ты надо же полгода и ого-го. Ну что, теперь ты меня выписываешь? Теперь да. О!
кажется, к тебе пришли. Это жена моя. Слушай, а что ты на ней женился? Как это она у тебя... Я говорю, жена это моя. Да ладно, ладно, что ты, я пошутила. Знаешь что, скажи, что больше никто компот не носил. Че, лучше все цветами тебя завалили, а? Как будто памятника компота, между прочим, это полезно для сердечной мышцы. Звони! Телефончик у тебя есть? Красавчик, иди сюда, иди. Ай, красавчик, красавчик, красавчик мой. Ай, собака любимая. Дома. Слава Богу, дома. Пожрать есть что-нибудь? Конечно. Конечно, есть. Специально для тебя приготовила. Хорошо. А то в больнице сголодался, как в тюрьме. Суп наливать? А что это такое? Это диета. Для сердечной мышцы очень полезно. А где Дениска-то? В школе. О, а ну-ка заходи. Здорово. Привет, как тебе дела? Ну, вообще-то не очень так. Ну, ничего, ничего, образуется. А, знаете что? Надо мне на работу съездить, давно этого не было. Надо посмотреть, как что. Ничего, все будет нормально. Здорово, у себя? Да. Хорошо. Батя. Можно? Можно Машку Зеляшку. И козу на вазу. Почему опаздываю, майор? Здорово, напарник. Разливай, шериф. Да я только что выписался. Здорово, батя. Здорово, Андрюха. Здорово, Анна. Зарылись мы все. Совсем зарылись. Ёлки. Ничего, сейчас разгребем. Давай, давай. Ну, кто тебя завалить хотел, пока не вычислили? Да, Андрю, киллер, короче, профи. Вообще зацепок нет. А вычисли, не волнуйся. Кто к нам с мечом придет, тому мы этот меч и оторвали. Пока. Ну, выпили, отметили и за работу. Давай-ка, киллер-профи, работай. Чего? Сынок, иди, иди, работай. Все.
Ну. Я вот все-таки думаю, это все Америка виновата. Ну, а кто еще? Молодежь. Что хотят, то и творят. Куролесят, бухают. Ладно. Работка образовалась как раз для тебя. О. Так. Пешеход в больнице до сих пор без сознания. А за рулем-то установили? В машине? Гайцы потом на хвост сели, засняли. Девка. Но девка непростая. Пока ты лежал, нам премию выписали. Ну, за прошлую работу. Кажется, я получил. Держи. Спасибо. Не, ну ты видел, как ее? Она его как кролика за уши по асфальту. Если не накажем, мы кто тогда после этого? Ну что это за зарплатой? Попытка, не пытка. Так говорил товарищ Сталин. Давай. Таксист? Ага. Проходи. Фуражка где? Какая фуражка? С шашечками. Такая пойдет? Но... Поехали. Куда? В тюрьму. Поехали. Заодно машину мою поищите. Вот заявление об угоне. Найдем на нем. Мы все найдем. Собирайся. Сейчас только лицо смою. Ага. Со мной пойдешь? В следующий раз. Красавчик. Сюжет. Да. Можно? Прошу. Кайков Тимур Станиславович, адвокат Светланы Багрицкой. Пожалуйста, благодарю. Присаживайтесь. Плохие дела у вашей подопечной. Порошок в крови обнаружен, как будто она Колумбию ограбила. Да, а можно сразу к сути? Что, попробуйте. Видите ли, дядя Светланы... Угрожаете? Что вы, как можно? Нет, просто он крайне заинтересован в максимально честном и объективном расследовании данного происшествия. Угу. Понимаете, мы хотим обозначить только нашу позицию. Закон превыше всего. Если... За рулем была Светлана, пусть отвечает. Но если в ДТП виноват угонщик, ну что вы, то... Какой угонщик? Все снято на камеру. Ну, тогда все предельно ясно. А могу ли я получить материалы дела? Вы визиточку оставьте, я по e-mail вышлю. А, вот моя визиточка. Всегда к вашим услугам. Там на обороте... Резервный номер телефона. По нему легче дозвониться. Код Москвы? Да, совершенно верно. Новый. Какой же новый? Обыкновенный, старый. В общем, пробил эту Багрицкую.
Любит девочка на ноздрю положить, потом хлоп на дискотеку, снимает парня, машину, педаль в пол. Три трупа на ней. Три трупа? А почему? Два раза другие брали на себя вину, один раз прокатила историю с угоном. У нас не прокатит, она же наша избила, да? Да дядя за честное объективное расследование. А кто у нас дядя? Адвокат прислал. А что значит честное и объективное? Когда это у нас было нечестное, необъективное? Угу. Работай. Угу. Тут ясность нужна. Подречку из СИЗО выпусти под подписку. Угу. Потерпевший в себя пришел? Пока нет. Очнется, поговори. Ага. С гайцами еще раз повстречайся. Ага. Вдруг что, новое вспомнили? Доказательства нужны. Виновата, пусть отвечает. Ну, а если нет доказательств? Мы же не в Америке. Не в Америке. Нет? Продолжение перемен. Перемены нужны нашему обществу. Необходимы, как воздух. Все говорят, перемены, перемены. Только где они? Все давят, давят. А ты не дави. Ты не дави на потерпевшего, Мирико. Я тебе говорю. Не дави на потерпевшего. Да нет, я не собаки, я тебе говорю. Не дави на потерпевшего. Что? Что? Телевизор-то здесь при чем? Телевизор здесь не виноват, ты еще розетку из стены выбил. Ну и что? Легче тебе стало, а? Бирюков, я говорю тебе, не дави на потерпевшего, и тебе счастье будет. Или я щелкну, и ты умрешь, слышишь меня? Ты умрешь. Я тебе говорю это. Ну так как? Щелкнуть. Щелкнуть! Не слышу тебя! Щелкнуть! Все в порядке, Андрюша? Ничего, я просто устал. Сейчас немного отдохну. Да, Дмитрий Валентинович, был у гайцов. Да, хорошие ребята, понятливые. Правда, запись ДТП у них куда-то подевалась. Бардак, бардак. В больнице. Встречаюсь с потерпевшим. Ага, до связи. Господин Акунев, если не ошибаюсь? Да. Майор Бирюков. Поговорим? Давайте. Мария. Ну что с ДТП делать будем? Как что? Заявление писать, так ведь положено. А. Вы, кажется, продавец. Менеджер по продажам. Одно и то же. С мамой живете? Ну и что? Просто вам на лечение деньги нужны. Опять же, маме помогать. А если следствие будет, оно долго. Год, может, два. Вот как два года без денег? Стоп. А? Вы замять хотите? А вот вам не приходило в голову? Сейчас отмажете вы эту... А она вас потом по асфальту размажет. Или жену вашу. Мне справедливость нужна. Я за гражданское общество, понятно? Подождите. Видишь, воробьи. Тоже, между прочим, общество. Гражданское. А он кошка. Может пройти мимо. А хочешь, задерет воробья. Нет в природе справедливости. О! Сюжет, а? Завтра с утра приду заявление подавать в мире животных. Подумайте, Акунев. Наш разговор на диктофоне. Не примете заявление, выложу в сеть. Пусть ваша служба безопасности разбирается. Да подожди. Да постой ты. Да постой ты, ну подожди! Да послушай.
привет. Что? Я тебе сказал, не дави. Твое дело защищать невиновных, вот и защищай. А если ты будешь давить, дави на потерпевшую, то тебе конец. Ты все понял? Или щелкнуть? Мужчина, вам помочь? Ничего, все нормально. Ну что, показатели у тебя отличные, хоть в космос летим. Ну, кто нам мерещится? Это донорское сердце, поэтому у тебя физиологический, психологический стресс, галлюцинации. Ну ничего, я выпишу тебе успокоительное, и все пройдет. Дай мне донорскую карточку. Пожалуйста. На. Пожарский? Да, пожарный, между прочим, тебя спас, а на самого упала балка. Потом, когда мы его привезли, он уже все. Ну, мы взяли анализы, там все показатели сошлись с твоими. Поэтому благодари его за свою жизнь. Он точно умер? Без сердца, думаю, да. Успокоительные мне дай какие-нибудь. Дам. Только с гарантией. Врачи, между прочим, как и полицейские, гарантии не дают. Да, без гарантии. Без гарантии, говоришь? Да так, один неудачник стал письма писать в разные инстанции. Мол, он воюет, а награды получают другие. А тебе-то что? Так, в порядке расширения кругозора. Я понял. Скажи, ты себя как чувствуешь-то вообще? Как сердце у тебя? Болит? Шрам большой остался? Покажи. Потом. Слушай, ты мне помоги в одном деле. Сейчас там человек приедет заявление подавать, надо его скинуть, чтобы он... Я тебя понял, ты что? Уже? Минуточку. Добрый день. Я адвокат Дмитрия Окунева, но вы хотели подать заявление. Вы понимаете, дело в том, что мы не можем принять ваше заявление, потому что существует канцелярия, она работает в определенные часы. Поэтому приходите в следующий раз. А мой клиент находится на лечении в стационаре. Мы не имеем возможности приходить к вам каждый день. Поэтому, пожалуйста, извините. Напишите свои данные. Запишите, пожалуйста, и я приму заявление. Спасибо большое. До свидания. Андрюх, я что-то не так понял. Нет, все нормально. Просто все нормально. Сердце. Это что такое, Андрей? Заявление, Дмитрий Валентинович. Есть заявление, есть дело. Нет заявления, нет дела. Чего творишь? Квалификацию потерял за полгода в больнице. Да нет, почему? Просто немного не здоровится, а не так... здоровится ему. Может, тебе на пенсию пора, раз не здоровится. Это не шутки. 0000. Ты помнишь? Угу. Что теперь делать? Да я... Ё-ё-ё!
Я из газеты. Позвонили. Этот Окулев хочет пресс-конференцию дать. Я что-нибудь придумаю. Я выкручивался. Я выкручусь. Ты знаешь, он прав. Прав. Ее чуть насмерть не сбили. Надо во все колокола бить, чтобы эту девку посадили. Иди сюда. Только дядя ейный будет не рад. Мстить начнет. Не Окуневу, нам. А у него должность новая. Глава комитета по выявлению коррупции в правоохранительных органах. Работай. Вот это сюжет. Кто? Новенький из 10-го А. Когда? Сегодня, после школы. За что? Не знаю. Терпишь, значит? Он спортсмен. Боксер. Да? Ну, в Майнкрафт бы я его точно сделал. Ну и что? Не знаю. Я знаю. Пойдем. Рецидив, что ли? Пап, ты чего? Да нет, так. Семье уделяю внимание. Значит так. Пока ты со своим боксером-одноклассником не разберешься, никаких компьютеров, понял? Давай, думай. Надо что-то менять. Я уже меняю. Ну почему ты это все время смотришь? Хочу понять принцип перехода из одного мира в другой. Человека. Запомнили? Индустриальная 8, квартира 214. Все как обычно. Половина сейчас, половина потом. Несчастный случай? Ага. Когда? Вчера. Почему он все время воняет? Thank you.
отмени заказ. Я тебя очень прошу. Отмени, отмени заказ. Ты знаешь, что со мной будет, если я заказ провалю. Что? Войди в положение, войди в положение. Войди в положение, Отменю, гад! Очередное громкое ДТП. В полицию обратился Дмитрий Акунев. Его сбила на своей машине племянница известного политика Сергея Арсеньева. Адвокат потерпевшего заявил нашей телекомпании, что несмотря на оказываемое давление, дело будет дан ход. И виновные понесут наказание по всей строгости закона. Никакие родственные связи не помогут избежать правосудия. Что ж, нас ждет очередной громкий скандал. Ну и что, босс? Значит, говоришь, пешка съела офицера. Бирюков, тебе с работы звонили. Трубку возьми. Угу, спасибо. Я сам открою. Идите на кухню. Значит, говоришь, король пал. Молодец, босс. Третий раз выигрываешь. Андрей Геннадьевич Бирюков? Здрасте. Из рекламы? Нам ничего не надо. Нет, мы не из рекламы. Я Ольшанский Сергей, а это мой оболтус. Он учится в одном классе с вашим сыном. Произошло такое недоразумение. Ну, короче, мальчишки подрались. Обещаю вам, больше этого не повторится. Извиняйся. А это что? А, ну, мы слышали, что у вашего сына полетел компьютер. Еще как полетел. Вот, и мы просим принять, как говорится, от нашей семьи, вашей семьи, как говорится, в знак того, что больше такого не повторится. Угу. Спасибо. Знаете, давайте договоримся так. Да. Мой вашего научит бегло работать на компьютере, а ваш моего отведет в спортзал. Согласен? Согласен. Конечно, по рукам. Извините. Спасибо. Счастливо. До свидания. Пошел домой! Привет. Здорово. Ну что? Решил проблемы с своим одноклассником? Ну да, разобрался. Как? Я узнал, что у отца бизнес. Химчистки в городе. Адрес узнал. Ну, пришел. Поговорил. Угу. Ну, сказал, что у меня отец мент. И чтоб сын от меня подальше держался. Иначе ты его бизнес закошмаришь. Он сначала не поверил. Выгнал меня. Потом догнал, говорит, что, правда мент? Я говорю, да. Познакомить? Ну, как-то так. Не знаю, сын. Может быть, я раньше так же проблему эту решил. А сейчас не знаю. Думать надо. А правильно ли это? Вот и ты тоже думай. Думай. Да, кстати. Это тебе. В качестве извинения.
И завтра у тебя тренировка с этим, как его, Альшанским? Альшанским. Готовься. Отдохнуть. Если что, можем прокатиться. А вот прокатиться, прокатиться. Поехали. Да еще пешеход попался. Давай. Уф. Я не знаю, что они выбросили на рынок. Но говорят, после этого не имеет лицо, потом руки. Иногда останавливается сердце. Чего? Здесь ДТП, девушка. Погибла. Ты эту историю на сутки придержи. Ага. Эй, Пожарский. Чего не появляешься? Я, между прочим, девушку убил. И? Или ты косяком не приходишь? Thank you.
Сергей Михайлович! Сергей Михайлович! Майор Бирюков, веду дело о ДТП с участием вашей племянницы. Можно? Пропустите его. Здравствуйте, Сергей Михайлович. Светлана погибла. Что? Новая авария. Анализ крови еще не сделали, но в машине обнаружены наркотики. Я так и знал. Примите мои соболезнования. Я тут сделал проверку по всем ДТП с участием Светланы. Помните, это наезд на парня? Окунева? Угу. Да. В этом деле она признана абсолютно невиновной. Потерпевшим отказано по возбуждению уголовного дела, а он хочет обжаловать... Послушайте, какая теперь разница? А вот об этом я хотел поговорить. Я понимаю, уважаю ваше горе... К делу. Угу. Я могу придержать известие о гибели вашей племянницы, но в этом случае она будет признана виновной в наезде на Окунева. И? Вы выступите перед прессой. Кажете, так, мол, так, вам очень жаль, но принцип поступаться нельзя. Виновна, значит, пускай отвечает. Все говорят, что у вас там наверху своих отмазывают, а вы нет. Первым принципиальный политик со времен Сталина. На следующий день Светлана погибнет. У нас закрытое дело, у вас рейтинг. Да как вы можете? Можем, можем. Мне тяжело говорить, но я должен. Я хочу, чтобы в нашей стране все соблюдали закон. Все. И бедные, и богатые, чиновники, бизнесмены. И в первую очередь... должен соблюдать этот закон я сам. Моя племянница сбила человека. Это преступление. Я прошу соответствующие органы, расследующие это дело, отнестись к нему с особым вниманием. Закон един для всех. Более того, я оплачу лечение потерпевшего. Полагаю, это мой долг. Повторюсь, мне трудно да. говорить. Трудно. Слышал? Да. Благородно. Спасибо. Ну, а его позиция по делу? Ну, лучше, чем раньше. Мы же ему такой подарок сделали. Адвокат его звонил. Сказал, что на следующей неделе занесет. Хорошо. Мыслишка была... что ты не до конца оклемался. Вот теперь вижу, Андрюшан, ты лучший. Спасибо. Что по-жарски делать будем, а? Потом скажи, может, тебе свечки нужно в церкви поставить или еще что. Скажи, все сделаю. Или там. В общем. Ты знаешь что? Я не знаю, что ты за чудо юдо, но ты вот этот фокус делаешь. Ну ты прекрати! Не дави на меня! Не дави! Я тебе говорю, не дави, понял? Да, я его вижу. На кладбище. Да не в этом смысле на кладбище, навещает кого-то. Понял, прослежу. Да, кстати, он сегодня ночью девушку убил. Да, все у меня на фото.
Лен. Привет. Здравствуйте, господин Корнеев. А что так официально? После стольких лет совместной работы? Господин следователь, отойдите, пожалуйста, вы мне мешаете. И что? Хорошо платят? За такую работу. Что тебе надо? Понимаешь, после того, как ты ушла из управления... Я не ушла. Меня уволили, Михаил Юрьевич. Я хочу предложить тебе дело. Серьезное. У меня сейчас в разработке одна преступная группировка в милиции. Как раньше писали в протоколах, использование служебного положения в целях личного обогащения. Да, правда? Такое бывает? Да перестань ты, пожалуйста. Я могу их взять. Этих оборотней в погонах. Но мне нужны помощники. Профессионалы. То есть ты. Я 10 лет пыталась поймать этих оборотней в погонах. И что? Что-то изменилось? Где они сейчас? Каждый на своем месте. А некоторые даже получили повышение, только я тут. Ты позвони мне, если надумаешь.